Пресс-конференция Тамбовского театра «Кукол» состоялась в башне Согласия в Магассе. Актеры в регионе впервые в рамках всероссийской программы «Большие гастроли». Благодаря ей зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны. В течение 3 дней гости представят на суд ингушских юных зрителей 3 постановки. «Кот в сапогах», «Мама для мамонтенка» и «Старая сказка». Их покажут в школах республики. «Большие гастроли» для театров страны стартовали еще в 2014 году. Проект нацелен на формирование общего культурного пространства России и расширение рамок творческого сотрудничества. Благодаря такому проекту у нас много новых творческих связей, творческих проектов, новых знакомств. И в свою очередь это не остается без изменений. Они нас приглашают к себе, и у нас получается такой творческий обмен, обмен опытом, обмен эмоций, а для актеров это самое важное, что может быть. С таким же визитом еще месяц назад наш ТЮЗ выезжал и в Тамбов, показав детям 3 спектакля – «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка», «Чуче» и «Лампа Аладдина». К слову, ингушский ТЮЗ открыл гастроли театров после ослабления ограничений из-за коронавируса. Актеры планируют порадовать юных зрителей Тамбова 2 новыми постановками уже в следующем году. Пригласили на фестиваль кукольных театров, будет проходить он в городе Тамбове. И на суд зрителя мы повезем 2 спектакля. Это «Сказка старого Каркута» и «Седой древности». «Седой древности» написал Борис Шадыжев. Это очень интересная пьеса, как наши молодые люди, то есть современные ребята, попадают в то время, вот, о котором мы сегодня и говорили, 300 лет назад, они и видят своих прадедов.